Вітаю глядачів програми «У фокусі подій». І сьогодні говоритимемо на тему, яка за актуальністю може конкурувати навіть з темою націоналізації Приватбанку. Я гадаю, що тема погоди завжди актуальна в усі часи. І у нас в гостях сьогодні синоптик першої категорії Черкаського обласного гідрометеоцентру Ірина Євгенівна Джулай. Доброго дня, Ірина Євгенівна. Добрий день. І таке ось найперше запитання. Минуло 3 тижні календарної зими, і за цей час ми вже її побачили в усьому спектрі. Була і відлига, і сніг, і чого тільки не було. Ось що означає, що в такому калейдоскопічному темпі вона змінюватиметься і надалі? Чи все-таки якось стабілізується ситуація? Да, в этом году зима всех дивує, потому что хвили тепла змінюються, с хвилями холода меняются. Но больше сейчас прохладных дней, вы заметили, да, в целом отрицательный фон температур. И виной этому циклоны, атлантические циклоны, которые очень активны в этом году. И они идут по северным широтам, огибая Украину, в основном огибают. Но и некоторые их атмосферные фронты задевают Украину. И мы рассчитываем, что где-то до середины января, в принципе, такая смена погоды будет наблюдаться. И только вот практически с 20 января по 10 февраля больше будет преобладать все-таки морозов. Это будет такой самый холодный период этой нашей зимы. Ірина Євгенівна, звідки пішли чутки? Я розумію, що, може, ви чутки не коментуєте, але це таке цікаво. Я пам'ятаю публікації, які з'явилися в листопаді, в жовтні, що ця зима просто буде, ну, страшна. Наскільки холодно, що такої там не було останні 50 років. Звідки ці такі висновки були зроблені? Ну, це дійсно на сайтах можна було побачити. Це в основному прогнозували таку зиму метеорологи Великобританії. І це можна зрозуміти. Да, у них там найбільше впливання северних циклонів, які затягують в свою тилову частину холод арктичний. Оскільки у нас ці циклони все-таки северні движуться на восток, севернее нашей широты, то у нас таких нет оснований, чтобы считать ее самой холодной. Ага, тобто вышла такая ситуация, что англійці спрогнозували для себя. Для самого... себя, для себе. Мы, тобто, что для англійця смерть для нас нормально. То есть, якби в Англии было минус 10, то для нас это цілком приятная температура. Да. Тепер зрозуміло, тому що, ну, як завжди, трошечки не так зрозуміло, як воно було насправді. Я, звісно, що всіх дуже цікавитиме погода, яка буде на свято, погода новорічної ночі. Ось. І взагалі, на який період ви даєте точні прогнози, менш точні, тобто ці короткотермінові, довготермінові? Ну, звісно, самі точні прогнози – це на 1-3 дні. Ну, чому? Тому що цю погоду ми практично бачимо на карті. Это уже сейчас есть на территории Европейского континента. И нам остается только рассчитать движение этих воздушных масс в нашем направлении, что будет в нашем, что не в нашем. Вот. На более длительный срок прогнозы, там, конечно, там мы не видим еще этого процесса. Мы должны его предугадать с помощью физических законов, что он действительно будет, этот процесс. Но фактически его еще нет. И, конечно, поэтому самые точные прогнозы на 1-3 дня. А чи трапляється таке, що ви ось прорахували його таким, цей процес, а він раптом повернувся на 180 градусів і стався зовсім не таким? Звісно, звісно, буває. Так, ведь погода – це воздушний океан. Ми живемо на дні воздушного океану. И вот эти течения, теплые и холодные, они постоянно меняются во времени. Поэтому синоптик и сидит круглосуточно и должен наблюдать за изменением этих процессов. Конечно, иногда получается совсем в другую сторону, не по расчетам. Но главное, ну, прогноз погоды, он и называется прогнозом. Тут стопроцентной оправдываемости не может быть. Слишком уж от многих параметров зависит погода. Как от внешних, как от тех, что происходят на Земле, так и от тех, что в высоких слоях атмосферы и в космосе даже. Поэтому трудно на 100% предсказать. Предположим, если мы видим, что, например, по спутнику мы уже видим,
что к нам должен опуститься холод, что направление движения воздушных масс с севера, со Скандинавии, и должен опуститься холод на Черное море. Черное море теплее, чем тот холод. И мы ждем, что здесь уже образуется циклон, он должен образоваться. Потому что когда холод проникает на более теплую поверхность, воздушные массы начинают закручиваться. Образуется вот этот атмосферный вихрь с разными температурными условиями на периферии и в центре. Именно он несет самую сложную погоду обычно. И, в принципе, по законам физики он должен там уже быть. Мы за ним следкуем. Но тут не хватает какого-то определенного параметра, например, достаточного градиента температуры или влажности, или еще чего-то. И не получается так. Так я розумію, що, повертаючись до попереднього запитання стосовно новогодньої ночі, це середньотерміновий прогноз, так? Да. Ну от який він, якою вона очікується? Но пока вот, судя по тому, как сейчас идет развитие процесса, да, станом на сегодня, потому что каждый же день, ну, вы понимаете, это меняется. Ну, там у нас еще 10 дней залишается, да. То можно предполагать, что именно вот на Новый год, где-то с 30 по 1 число, будет волна холода как раз. То есть ночная температура в пределах 16-18 морозов. Вот, а дальше снова. Якщо отпустим. Я не помиляюсь, так, два, так кажуть, як люди, знаєте, ну, якщо в тому році була новоріччя було холодним, в цьому буде теплим. Але я добре запам'ятав десь, здається, років 10 тому, з 95-го на 96-й, і потім це вже більше навіть, ніж це всі 20 виходить, що дуже холодні два нових роки підряд було. І минулий рік було так, що спочатку ніби була нормальна погода, а ближче до 31-го числа сталося досить холодно. І добре пам'ятаю, що на Єлинці там мінус 13 показувало у нас. Тобто будемо вважати, що поки що орієнтувати черкащан на те, що все ж таки буде новорічну ніч прохолодно. Так, ну однозначно сильно большого тепла не буде. Якщо ми чекаємо до 30-го, от зараз цю волну тепла, то це практично тільки дневні відлиги. Днем. В дневне время 0 плюс 1, там плюс 2. А стосовно снігу? А ночные... Чи це побічний вже ефект такий, важко? Ні, то і сніг, да? Да, ми не ждемо сильних снігопадів, я вам сразу скажу. І знову ж пригадую, попередній рік 7, Різдво і 13, тоді два потужних снігопади таких було ще. Ні, я поки говорю тільки до Нового року, сильних снігопадів не ждемо, але сніг буде підсипати. Все время буде понемножечку слабий сніжок підсипати. Так, як ми спостерігаємо. Тому що погода буде мінятися. Раз вона неустойчива, то ясно, що колебання температури, значить, ясно будуть і осадки. Ірина Євгенівна, ще таке запитання. Часто послуговуються сайтами, і на цих сайтах абсолютно різна інформація. Вибирай погоду, яку тобі заманеться. Чому так? Ну так, ведь треба розуміти, що сайти це поміщають, прежде всего, моделі. Це розрахункові моделі, розрахунки, розрахунки. С помощью компьютеров. Они рассчитываются в крупных погодных центрах, в основном международных, ну и во многих, может, и других европейских центрах. И просто берутся, ну, чтобы проще сказать, это берутся исходные параметры погоды, например, вот на сегодня. Температура, ветер, влажность. Заносятся в компьютер уравнения термодинамики, и они быстро считают нам будущее состояние, будущие параметры температуры, там, влажности, давления. Понимаете, это чисто расчетный метод. Он, конечно, он не может учесть рельеф местности, широту места. Ну, то есть он не учитывает региональные особенности. Именно поэтому в каждом регионе сидят люди. Все равно синоптик сидит, который и сайты эти просматривает, и прежде всего он сам анализирует погоду. Погодные карты. Это у нас основа для прогноза. Ну, а для, как говорится, общего обозрения мы, конечно, рассматриваем и сайты. Есть удачные модели. Есть модели, страдающие большими ошибками. Ну, це такий собі генератор випадкових чисел виходить. Ну, тобто, да, це расчет. Немає навіть сенсу заглядати в ці сайти. Ні, чому? Вони дають какую-то общую грубую тенденцію. Ну, обща тенденція, я і так знаю, що зараз зима. На вулиці буде мінусова температура, найімовірніше, але там...
Ну, уточнить конкретные значения температуры, а самое главное – предсказать опасные явления погоды. Ведь наша задача – мы державная гидрометслужба. Так. И наша задача не то, что не просто угадать, наша задача – обеспечить погодную безопасность. Везде в наших документах это написано. И вы ждете при МНС, так? Да, мы должны именно предсказать опасные явления для… Ну, конечно, и температура в том числе у нас обычно оправдывается на первые три дня. На 96% чаще всего. Тобто треба просто заходити, да. У вас сайт є, да. І треба заходити на Черкаську. Ну, у нас обычно вот Рось, Паша передает постоянно наши прогнозы, Вика, на сайте областной администрации прочерк, там мы помещаем информацию, Facebook помещаем. Можно просто нам звонить. Если человек принимает какие-то решения, нам очень много звонят людей, которые знают телефон нашего центра. Если им надо проконсультироваться, если это связано с какими-то затратами, например, человек везет фрукты, да, ему нужно знать, заморозит он их по дороге или нет. Конечно, они звонят нам. Или собирается снимать крышу. Тобто, то, конечно, з практичною метою. Просто так ніхто не цікавиться. А скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні довіряти тим народним прикметам, якими послуговувалися наші пращури там століття, два назад, то й раніше? Ну, скажімо, там самі елементарні, про птахів, там, про лушпиня на цибулі, яке, якщо його мало, то зима буде легка, там. Жучки, грибачки, якщо вони далеко закопалися, то на холодну зиму, якщо ближче до поверхні, то на тепло. Чи воно працює сьогодні, чи ні? Ні, є дуже багато народних примет, які, от ви знаєте, моряки пользуються приметами погоди, да? В принципі, наблюдая за погодою, можна тільки по одним народним приметам предсказати погоду на ближайші 12 часов достатньо точно. От, наприклад, ви заметили на небі перистые облака, перья. Потом они превращаются в вуаль. Это, и еще если это надвигается с запада, вот есть люди, в селах живут, они знают, что погода будет ухудшаться, скоро пойдут осадки. То есть такие вот местные приметы, они имеют как бы научную основу, это можно объяснить с точки зрения физики, поэтому да, они имеют под собой какие-то основания считать их правильными. Летчики, вот, например, вообще работники транспорта, они часто пользуются такими местными приметами. Я ще знаю дуже вдячну категорію, яка послуговується цими прикметами, це рибалки наші. Вони знають, що якщо сули там з того берега, то дощ буде. Якщо десь він звідси насувається, то обійдеться без дощу. Ну, тобто, а ось стосовно ось цих прикмет таких, ті, що ми бачимо, я ж кажу, ну, повсякденні, стосовно тієї цибулі ж. Нет, ну вот, например, животные, они, как правило, животные, они, как правило, не предсказывают погоду. Вот говорят, ласточки собираются в стае, или там вороны собираются в стае. Они, как правило, уже фиксируют то, что те изменения, которые уже происходят. Да. То есть мы это уже давно видим, как синоптики на картах, что начинает падать давление. Ну вы на картах бачите, але якщо там ворони, скажімо, на гілках починають занадто кричати, це ж на тепло, як зазвичай. Ну, да. Да? Тобто вони вже там наверху це відчувають і да, вже можна орієнтуватися. Да, имеет своє об'яснення. Тепло обычно к нам, теплая воздушная масса надвигается сверху. А холодный воздух подтекает снизу. И, конечно, если уже пошло, сначала идет тепло сверху. И птицы, конечно, уже в этом рады этому, и кричат и собираются в стаи. То есть всему надо искать объяснение, не доверять просто так. Например, есть такая примета, если идет стадо коров, и впереди черное, то будет негода. Ну, это не совсем. Это трошки иншая категория. Это примета немножко не имеет своего объяснения. А есть приметы, которые имеют объяснение. А вот поведенка домашних улюбленцев, кишек, собак. Да, они очень метеочувствительные. Они чувствуют перепады давления. Они чувствуют, например, сильное падение давления. И или тот же холод, поскольку они живут на природе, они чувствуют, что уже начинается подтекание холода, и поэтому кошки там стремятся уйти в теплые места. Это тоже можно понаблюдать за ними, и тоже дает свои объяснения. Ну, просто слепо верить, конечно, всему нельзя. Тобто, да, треба, как кажуть, вмикати мозги и думать, что... Знаете, лучше повесить дома барометр, и он будет вам показывать падение давления. Если давление очень интенсивно падает, то ясно, что погода ухудшается. Идет вихрь. Я знаю, что вы також відслідковуєте тенденции климатичні для аграрії. Вот скажите, пожалуйста, сегодня який стан в связи с этим
мозаїкою цією погодньою, що зараз відбувається, стане зимини, там решти культур? Ну, пока, все нормально? Да, пока стан задовольный. Видите, мы находимся в такой благоприятной зоне, что у нас очень редко так бывает, что приходит сильный мороз на полностью открытую землю. Вы, наверное, заметили, как правило, если, поскольку у нас все изменения погоды связаны с циклонами, то сначала выпадает снег, а потом усиливается мороз. Это в большинстве лет. Хотя были такие отдельные года, но когда происходило вымерзание, да, озимых, когда... Ну да, помню Умацкую трагедию там 2000, на початку 2000. Да, но это большая редкость. В этом году мы такого не видим, потому что в этом это обычно происходит, когда циклоны очень плохо развиты, атлантические, а в основном на нас влияет восточный антициклон. Вот это над большим материком устанавливается высокое давление, и оно так активно к нам посылает этот холод, восточные ветра. Вот тогда да, тогда у нас сухо и морозно. Тобто конкретно на Черкащині переважають впливи того повітря і тих кліматичних мас, які надходять з північного сходу, так? Так виходить? Сьогодні? Ну, взагалі. Нет, кажуть, там, взагалі? Як кажуть, знаєте, в Росії, там, в Москві мороз, значить, через два дні він буде у нас. Це... Взагалі в нашому северному полушарі переміщення воздуха осуществляється з запада на восток. У нас основная кухня погоды, как мы называем, это над Исландскими островами, исландский минимум, там зарождаются циклоны. Но там тоже своеобразные условия просто существуют для их зарождения. Теплое течение и плюс поступление воздуха с арктических широт закручивает поветренные массы, и получаются циклоны, да, они потом выходят на нас сюда и движутся дальше на восток. И есть Азорский максимум, это над севером Африки тут, в основном высокое давление во всей толще атмосферы. И вот эти два, в общем-то, образования, высокое давление, это как гора воздуха, да, и низкое давление, это как воронки, ну, если представить. Вот они и делают погоду. З вашої відповіді я зрозумів, що Україна не лише особливе геополітичне становище на перетині між Європою і Азією, тут точно таке саме і кліматичне. Тобто на нас впливають маси із сходу, із заходу, із півночі. Але в цілому погода більш-менш, нема чого жалітися, у нас доволі комфортно. Доволі комфортно. І все благодаря нашому місторозположенню. Ви ж бачите, не зря тут, мабуть, і селились завжди древні люди. Тому що з запада у нас Карпати, які захищають нас від сильних снігопадів. З севера, поки дійде воздушна маса, вона розтіряє звичайно свою влагу. І тільки от южні процеси. У нас найбільші – це з Чорного моря. Якщо прямо над Чорним морем образувався циклон, то, звісно, він дає у нас плохую погоду, але, опять же, кратковременно. Не захищені з тої частини континенту. А скажіть, будь ласка, ще таке, досить... Часто останніми роками, та, напевно, не роками, вже і десятиліттями говорять про глобальне потепління, про вплив людини на екосистему, на погоду, на клімат. От наскільки справді? Тому що, якщо там говорити об'єктивно, то не дуже воно щось помітне. Це казали, що на початку 21 століття там льодовики потануть, і взагалі, я пам'ятаю, школи ці балачки ще, знаєте, коли нас лякали, коли починалися ці процеси. Ну, природа стабілізує сама це? Чи вплив людини насправді не такий вже великий? Що стосується, що змінюється температура середня, то вона дійсно змінюється. І наші бабушки згадують, що зими були холодніше, зараз вони стали теплее. Да? От, наприклад, смотрите, у нас найсильний мороз в 1935 році 41 градус був зафіксирован в Смелі. От, за останні 50 років вже 34 градуса. А в последние годы, 2012 год, не так давно, 32 градуса. То есть ниже не опускалось. Вот. Но, что я хочу сказать, мне не очень самой верится, конечно, глобальное потепление, что человеческая деятельность так сильно может влиять, потому что, ну, если посмотреть извержение вулкана, сколько выбрасывается энергии, тепла и всего остального. Я в Клайя-Кудль знаменитый, когда он закрыл аэропорты в большинстве стран Европы. Да? Тут сравнивать с человеческой деятельностью просто это, то есть стихия. Она... Я считаю, это просто происходят определенные колебания климата. Они, наверное, всегда происходили, потому что археологи доказывают, что когда-то у нас был другой климат на нашей широте. Меняется наклон земной оси, когда это
все тоже доказано. Тобто чутки про глобальне потепління дещо перебільшені, можна сказати. Ні, ну щоб сказати, що це дійсно йде потепління, треба наблюдати сотнями років. Вот за эти 100 лет, за те 100 лет. Тогда можно сказать, что климат меняется. А по, так, ну, 10 градусов там додають. Да. Цього року ми вперше, здається, з 76-го мали таку неприємність, хоч вона й мало помітною була, як землетруси. Наскільки? Землетрус. Да. Там невеличке, два, скільки може поправити, скільки там балів їх було. Наскільки наша територія потенційно вразлива до цієї зони вранча, наскільки тут може взагалі теоретично бути максимум? І чи це нашого регіону не стосується, але вже давно очікують землетрус в Криму? Ви про це можете щось сказати чи ні? Ну, ми взагалі сейсмічними такими питаннями не займаємося, це краще к сейсмологам, але так, от, як ми знаємо, то обычно землетруси відбуваються там, де вот эти плиты сходятся. Да. Мы далеко от этих разломов, в принципе. Украина далеко, поэтому мы получаем только отголоски. Где-то эта подвижка произошла, в основном у нас тут в Румынии, ну, может, ждут там возле Черного моря, ведь когда-то ж... Да, 20-30-х. Горы когда-то, вот эти крымские, они же когда-то были дном океана, может быть, там тоже есть эти разломы, я не знаю точно. Но факт то, что у нас район не сейсмический. Ну, хоч це вже... У нас тільки відголоски. І останнє на сьогодні, напевно, у нас буде запитання, тому що я знаю, що ось останні події в місті, прикрик, люди вже пішли на лід. Да. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з льодоставом? І нагадайте, будь ласка, ще раз глядачам, коли це можна робити, коли цього робити не можна категорично. Ну, я хочу сказать, что при такой неустойчивой погоде, когда днем ведлыги, а ночью только мороз, вот этот 10 градусов, который, в общем-то, и обеспечивает нам полный ледостав. Сейчас в основном возле берега, как люди видят, полный ледостав. Но если посмотреть там с моста, то есть еще промоины. Но это же очень тонкий лед, во-первых, потому что такие колебания температуры, они не обеспечивают хороший, прочный ледостав. Это надо, чтобы ну, неделю постояло с морозами хорошими, устойчивыми. А поскольку у нас такого не было, у нас 2-3 дня и снова тепло, то лед тонкий, лед с промоинами, лед с ополонками, и они замаскированы снегом, потому что все время свежий снег выпадает. Это надо учитывать. Поэтому я считаю, на лед сейчас это вообще выходить опасно для жизни. Надо знать, что это опасно для жизни просто, ступать на лед. Лед толщиной, вот наши наблюдатели даже выходят измерять толщину льда, лед должен быть не меньше 5 сантиметров для одного человека. Вот. Если группа людей там, ну, обычно выходят по двое измерять, то 7 сантиметров. Угу. Ну, чем больше людей, тем толще. На сегодняшний день да. Сколько мает толщину? Сейчас нет, у нас не измеряют толщину. Лед опасен сейчас. А, тобто никто несмотря на то, что стопроцентный, он очень тонкий, он ополонкий, и не выходят специалисты ну, измерять словом, даже значит, толщину. Значит, треба стійкі морозы протягом да, десь минимум 10-7 днів, так, и тоді да. Можно уже пробовать что-то там. Рыбалити. Такая ситуация будет во второй половине января. Желательно до этого тобто уже не рисковать. Нового, після Нового року да. Вже, мінімум. Не рисковать просто. Ну що ж, я дуже вдячний, що ви знайшли час завітати до нас в студію. Приємно було почути, що новорічна ніч все-таки буде у нас з морозцем, можливо, навіть зі снігом. Я хочу нагадати глядачам, що сьогодні в студії програми «Фокусі подій» була Ірина Джулай, синоптик першої категорії Черкаського обласного центру гідрометеорології. Провів програму Борис Юхно. Гарної вам усім погоди!